Всем привет! Сегодня мы посмотрим лайфхак от моего подписчика DreamPTS. А сейчас я вам расскажу, что он умеет. Его первая способность – это суперпрыжок. С помощью этого суперпрыжка можно подняться на любую преграду. Вторая способность – это полет. Если нажать на две белые кнопки, то мы полетим. Если нажать только на верхнюю кнопку, то мы просто немного приподнимемся. А если нажать на только переднюю кнопку, то мы будем очень медленно ходить вот с такой прикольной анимацией. Давайте пройдем эксперимент. Что если нажать на белую кнопку переднюю и еще на красную, то это будет супер прыжок плюс быстрый бег. А так можно очень высоко летать. Сейчас давайте посмотрим наше небольшое приключение на этом баге, а потом я вам покажу, как его построить. Давай попробуем к пирамиде подняться. А нет, чуть-чуть не хватает до пирамиды поршня. Давайте подсажу, прыгай на меня. Так, включаю. Ой, произошло. Ой, я тебя за собой потащил. Это мы как летаем? Что происходит? Мы еще выше поднимаемся. Ой, мы упали. Я не могу об тебя залезть. Даже с тобой не хватает. Ты тоже нажми на кнопку. Давай. О, получилось. Я как залез. А ты как залезешь? Работала немного. Давай я тебе помогу. Ставим. Сколько палочек ставим? Поднимаем блок ровно выше стульчика. Сплющим его наполовину. В каждую сторону на одно деление нужно раздвинуть этот блок. Теперь ставим плоские колеса. Тогда по максимуму подальше. Теперь этот блок нужно задвинуть сюда и сделать чуть поменьше. Еще чуть поменьше сверху. Оставляем. О, тут сколько поршней поставил? Сколько? 6? 2, 3, 4, 5, 6. Все готово. Чуть поменьше делаю и чуть-чуть вперед. Поставил еще один блок. Чуть-чуть поменьше сделал. Этот блок должен по максимуму быть близко к голове, но и не касаться головы. Спереди ставим блок и сплющим его. Нужно поставить красную кнопку, потому что у нее другое действие, чем у обычных. 4 поршня привязываем к верхней красной кнопке. Еще 2. И каждую кнопку надо сначала отвязать. Первую кнопку верхнюю нужно привязать к двум поршням, а вот эту переднюю нужно привязать к колесам. А вот этих 4 поршней, которые мы привязали к красной кнопке, я сейчас их перекрашу. Их не нужно скорость на 10 поставить? На 10. На 10, хорошо. Все, поставил? Тогда получается готово. Только нужно еще один блок в голову поставить. Еще один блок ставим в голову. Я колеса переставлю чуть подальше, чтобы они вообще ничего не задевали. Прыжу их вперед. Внизу будет точек, но сначала надо сохраниться. Еще я бы отключил бы коллизию у стульчика, чтобы в последующих разах можно было более быстро садиться в него. Сажусь на стульчик, ставлю тортик, убираю стульчик, пускаю, все, готово. Так, первая кнопка – прыжок. Можно наверх подниматься даже с помощью прыжка. Потом снова ответ. А если нажать две вот этих белые кнопки, то мы будем летать. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами MoveGames. Всем пока.